Иден в сундук. 37. Погнали. Говно. 2 хп. Ноль вор ТВМХ. Тренька сразу на выброс. Бесполезная параша. Очень хуёвый тирет, очень херовый рейндж. Ниже стандартного дамаг. Ну до хера хп. Ладно. Еще деньги. Деньги я люблю. Деньги давайте. Так. Тоже 4 хп, а не 2 стартовых. Чуть приятнее стало. Чё, говно, потому что она заменяет дропы на красные хп. Она, по-моему, меняет дропы. О, дайм. Это база. Первый этаж дайм, это всегда база. Невероятно уже богатство. 16 копеек. Прикольно. Ну, старт, кроме статов, как-то пока охуенно, конечно. Да, там именно оверрайд происходит, а не типа доп хп. Типа нет дополнительный дроп хп. Тогда бы не было бы вообще никаких вопросов, конечно. Бонусы все любят. Вот. Оверрайд и не очень. На обходу удача время решает. Даже говно нашел, господи. Так, давай сейчас уже в магаз, раз деньги есть. Тут, наверное, будут опции сразу же. Такое же может быть. Ух ты, нихуя, как далеко доплюнул. Страшно. Ты! Найс. Я пытался ее красиво взорвать. Ладно, пофиг. 5 мухи. Бахни, бахни. Спасибо. Где магазин? Скорость хоть более-менее нормальная. Окей, можно мансить. Умри. Это она меня усыпляет теми статами. Я так сонный. Наверное, это получше будет. Типа синие хп будут чаще появляться, возможно. Окей, красный хп. Хилсап. Так, покегоу это имба, это всем известно. Покегоу берется. ХП тоже берется, наверное. Ключ на самом деле тоже берется, наверное. Может тоже пригодится. Типа первое не здесь, да, или я криво взорвал? Не, не здесь. Все же там, правда, нету. Так. Все же пошли в этом руму. Ха-ха! Тут было все время
Вот это. Вау, и вот это. Вот это мне не надо. Вот это мне не надо. Ну, за кубик спасибо. Хорошо. Это явно нам что-нибудь даст на дистанции. Где-нибудь, да, наверное, активируется. Там была батарейка? Может быть, и была. Бля, была. Извини меня, автомат, за все, но... Что поделаешь? Что поделаешь? Нужны деньги. Нужны деньги на роллы. Вау. Вау, эти статы. Ой, да бля, чё ж такое-то, а? Ну, всё, доспать надо было. Так, а эти челики бомбой бахаются такой, я не помню. Охуен. Даже не попал. Такой же охуенный босс на мои статы, просто пиздец охуенный босс. И рейнджа еще нет, я даже от рейнджа не могу играть, потому что у меня рейнджа нет. Хоть чем-то играть здесь. А он сразу пошел. Что? Спа, что сейчас убила? А, убила это. Бомбу убила. Он нахуй сразу пошел во вторую атаку. Просто нахуй гениальный, блядь, босс. Вообще без дела я, блядь, в другую сторону убежал. Гертральд Раут сложный, да, очень сложный. Там, блядь, ни одного босса такого уровня нет. Просто нахуй ни одного. Не все в 5 раз проще, чем эту ебан, блядь, спамищи. Просто ебаный спам этой хуеты, блядь, по всей комнате. Готов. I feel like any champion Ragman would have outheal your DPS. That might be true, actually, yeah. That might be true. Okay, that's pretty good. Ooh, that's pretty good. Хорошо. Тирзап и куча хп. То, что нам и нужно было хотя бы хоть что-то найти. Теперь это, ну, почти базовый, типа, Айзек. Что-то вроде. Я возьму, потому что нападу на дьявола. Как раз на 2 хп сделку, чтобы было хп. Есть босс такой же мерзкий, как Грандинго. В Кивсах есть бомбина. Бомбина невероятная тварь. И в Кивсах же есть босс, который с шарами. Тоже невероятная тварь, если нет бомбы на него сразу потратить. Очень бесячий босс. Ну, Брауни уже типа в депсах, там уже как бы... У тебя, как правило, что-то уже есть, чем можно играть. Ну да, Брауни, если билда нет, тоже... Довольно забавный персонаж. Он тоже любит перемещаться много и срать много. Что не всегда, конечно, удобно.
Красный мегабот тоже хорош, да. Там тоже, если нет бомб, то довольно смешной файт получается. Или нет дальности. Довольно приятно его доджить. Все его паттерны эти быстрые. Сюда он попал в ловушку. Как всегда попал в эту ловушку каменных мужиков. Так, магаз можно не идти, наверное, но денег нет. Я уже автомат бахнул, так что... Пока можно не париться, наверное. Спасибо, что пернул. Как раз он... Улетел на безопасную дистанцию. Full health тоже полезно. Пейпер. Хотя, неплохо он их давит. А, ну... Давил-давил, но... Не задавил. Опять говнобосс. Опять тема говна. Нас пока что не отпускает в этом забеге. А кстати, мы еще получили рейнджап. Все забавно, что доля еще ведь рейнджап. Просто гига айтем. Плюс рейндж, плюс тирейд до хера и плюс 3 хп. Потенциально хороших. Просто бешено хороший айтем. Прекрасно. Еще тирейд. И сделка. И сделка говно. Но! Ну, ладно, полуговно. Теперь хотя бы там и есть. Сделка гов. Но у нас есть кубик, поэтому у нас будет Атама. Атама уже неплохо, есть эти деньги на магаз почти. Почти вроде есть. Почти хватает на нормальные айтемы. Плюс можно Атама взорвать. А тут суп дают. Он, правда, долго не прожил бы все равно этот суп, но... Сам факт. Ладно, сегодня без супа, видимо, пойдем. Привет, Вурда. Привет, Критикатка. Не, вальты. А, в смысле, почекать. Не, ключи тратить не хочу, блин. Ключей мало тоже. Пофиг. И атомема хватит. Атомем ран затащит все равно. О, а будем ломать дюкошную? Не, не будем. Две книжки всего мало. Две книжки маловато, наверное, чтобы поломать. Что-либо здесь. Ну, то можно сделать букворм, окей. Буквором все же соберем. Должны. Просто шикарно. Изи плюс 2 дэмэдж. Рума с тринкетами. Помню, было смешно эту руму находить в гонках сидит. Когда были гонки в далекие годы, когда это было актуально. Типа, если ты пошел вдруг в тупик и нашел эту руму, ты увидел 5 тринкетов. И там мог быть какой-нибудь брокен. Ремоут быть пятым тринкетом. И челик, который пошел мимо этой румы, типа, может вообще этот тринкет не увидеть. Где-то типа сидит гонка, но там тринкет они падают типа по порядку, и он может потом очень поздно упасть из этой комнаты, если ее пропустить. Смешная была дрянь. Здесь. Понятно. То есть ролл не будет. Я так не играю, мне нужен ролл. Ты хули меня атакуешь? Помощь Атама прохнула с моей крысы, да? Летающие. Ну и ладно. Ну и пусть. Пизди-пизди, давай-давай. Блять, нассал.
Башка собаки. Человек просто еще живет во флэше. В старые добрые годы флэша. Там была голова Макса, а не голова Кузи. И Макс был собакой. Поэтому все нормально. Так вот, да я, блядь, сплю нахуй. Надо сегодня заканчивать с этим стримом. Не знаю, сегодня все-таки без НФС, наверное, будем. Что-то я не думаю, что я НФС могу сегодня ранить. Ладно, надо покушать. Попробую пожарить почти уже просроченные котлеты. Съем их. Если не дохну, может быть, запущу НФС. План такой. План без изъяна. 5 гп часть. Опять гп часть. Ты. Ладно, это я. Это не ты, это я. Все же. Кстати, можно грипп найти. Можно грипп найти. Можно не проебать Керфхорн. Тоже можно. Тут нет нихера, да? А, есть. Ой, вот. Реально есть. Без лимит на деньги. Тот самый без лимит на деньги. Реально без лимит. Прикольно. Прикольно. А, у меня ключа нет на магаз. Батарейка была в магазе. В магазе? Я в магазе даже не был. Что? Точно в магазе была. В магазе ничего не было. В магазе не было ничего, потому что я не был сам в магазе. Это тоже можно там взорвать. Ясно. Ясно, понятно. Мог бы с этим бомсаки. А я взорвал его, да? Или нет? Короче, плевать, ладно, пошли отсюда. Главное, что я кубик оставил. Это уже успех. Хотя бы не просрал кубик. Уже радостно. Уже радостно. Окей. Трусы не активирую. Зря я кнопку атаки не отпускаю. Трусы так-то сильные. Да! Чё я делал? Атаме мне там прокнул. Второй ларь убежал. О, ключ. Пам-пам-пам. Ага. Планетарий нет. Мог сделать дабл-ролл, кстати. Может быть, даже это была получше идея, чем просто его... Ну, хотя ладно, сделка, может, не открылась бы. Возможно. Сложно. Сложно. Не знаю, что было бы лучше. Хаос. Я не устаю перед хаосом. Я все же не устаю перед хаосом. Бля, там был прикольный тайтом. Еще и за 7 копеек. Бля. Блин, бля. Ну и ладно. Да я, блядь, не вижу, где я, сука. Нихуя себе. Сука, лестница. Я бы ее, кстати, бы не нашел без хаоса, поэтому плевать. Я бы ее без хаоса не нашел бы. О, это мой любимый фарм. А, да, сразу? Блядь. Так надеялся, что будет сразу. Ладно, ты подыхай. Похер. Там сердце, которое дает демешап, в смысле.
Там было сердце, которое дает множитель дэмэджа. Ангельское. О, библиотек! Библиотек! Еще одна. Let's go. Нет, другой хард. Не знаю, как оно зовется. Immaculate Heart, наверное. Не помню. Не похуй. Ну, не Sacred Heart, короче. Здорово, слемигай. Это будет хорошо, очевидно. Да, это неплохо. Это было реально неплохо. Это было реально неплохо. Так что пойдет. Сейчас я опять почему-то не скипнулась это. Не скип. Вот что. Не скипнулись трусы, хотя я только цену отменил. Вообще не понимаю, как это работает. Ролл! Бля, дорого. Дорогой дэмэджап! Очень дорогой. Очень дорого. Очень дорого. Все, батарейки не было. Блин, спидап дорого стоит, я хочу деньги оставить, потому что это явно не лучшее, что я могу найти в магазе. Прям далеко не лучшее. Подорола нет на лестнице, какой-то печально. Блять, что? Какой бримстоун за 30? Где я найду 30? Надо было, кстати, паролить автомат, надо побить, но ладно. Ебал этот портфель, похуй на него. Ладно, в принципе, Брим трусы ломает. А, ну и пошла нахуй. А, что, что? А, Мейс, окей. Ладно, будем трусами играть, похуй на Брим. Похер на... На тебя тоже похера. Нихуя мозги большие. Явно не мои. Тут потерял. А там, ага. Дачи нет нихуя, поэтому так все прокает. Отдай, блять, ключ. Удачи. Наныл. Тут же дали. Тут же дали. Ты куда ушел? А. Я тебя потерял. Так. Так. Ну, блять, конечно, нахуй, после такой лесенки. Понятно, что хуйня будет одна. Ублюдство. Так, то все-таки нужно находить 30 копеек. Я забыл, что там же айтемы, да, обычные, которые, в смысле, да, дорогие, хорошие, не стоят дохуя. Все равно даже с хаосом. То есть сам один хер нужно иметь 30 копеек всегда на готове. Надо быть готовым. О, я готов. Я готов! Я готов! 30 копеек, все. ГГ. Я нашел 30 копеек. Погнали! Я там мем пошел, господи. Все пошло. Где моя там рума? Это первая секретка, очевидно. Очевидно. Да, у меня мало скорости. Сойдет. Сойдет. Не, Ро я оставлю, думаю, на сделку или на бесенку. Все же. Вероятно. Вероятно, сделаю так. Бабах. Блять! Прям на голову чуть не сели.
Или отошел. Тебя не вижу, уйди. Уйди отсюда. Так, и что это? Вау, второй шприц. Кстати, пусть будет, наверное. Срун вполне себе может произойти. Внезапный срун всегда возможен. Даже с хаосом возможен. Даже, может быть, более возможен с хаосом. Возможно, более возможен. Аккуратно. Тут колется. Кстати, ни одного бремежка не было, да, за весь раунд? Пиздец, анлак, просто ебаный анлак. Я тупо покигол с первого этажа, я ни одного не видел здесь мужика еще. Ни одного. Просто ни одного. О, сейчас поломалось. А, вот и блин, мужик. Ебать, голосовой, блин, реально работает, охуеть. Это что, серьезно так устроено? Блять, тебе сейчас пизда будет сразу. Тут же дали. Я просто не очень понимаю, почему у меня то отменяется, то не отменяется. Трусы на боссе. Типа, я всегда скипаю кат-сцену и типа, в тот раз у меня не отменили. Кстати, надо было ролить, то будет маленький тирет. Да, плюс 0-3. Такое себе. Такое себе. Так, я готов. Деньги есть, роллы есть, даже бомба, ебать, есть. Просто все нахуй есть. Я так готов, просто пиздец я готов. Ёбни ему. Слышь? Ёбни. Молодец. Теперь я. Нихуя ты его запушил, блядь. Давай даже айтем за 6 копеек. Было бы вообще идеально. Что я 30 копеек все еще должен оставить, по идее. Красава. Вау. Кстати. А Pound of Flesh работает на лестницу? Я просто хз. Может быть, и работает, но я это не буду проверять, опять же. Я это не хочу проверять. Ты, блин, мужик, ты живучий. Мне пора, наверное, заткнуться, я понял. Или наоборот, только говорить хорошее. Как бы, что бы ни сказал, по-моему, то и происходит в этой игре пока что. Последние 2-3 этажа. Абель охуительная имба. Просто бешеная имба. Так, это я паролю, окей. Это я паролю точно. А там мем! Сука, ни одного проха. Это уже поздно, окей. Один раз уже прохнул. Таблетки байтят. Это все еще может быть телепилсом. Это все еще может быть телепилсом. Вау, модем. Я сегодня уже брал модем. Ну хотя ладно, пух. Может быть, сильно хуже не сделает. Я такие же не ел? Не, не ел. Я не могу это есть. Опять, блять, ебаный байт. Нет. Не-не-не. Опять пойду в войд, не хочу опять идти в войд. В войде делают больно. Тут дорогой триплшот на самом деле. Довольно дорогой триплшот, но окей, тирзы много. Фига там бомбануло. Прикольно. Блять! Па! Испугался. Скидка. Блять, не скидка. Я вроде снова готов зато. А, там походу босс рума. Ага, очевидно. Ну ладно. Да мы не пролезем. Магишин хрень. А, думаю, больше магас мы не паролим. Ставлю опять ролл, наверное. На лесенку. Пойдем по классике. Пока. Фуф! Вот теперь Абелимба. Ебать, меня, по-моему, больше. BFF стал. Теперь точно имба. Я вижу, что он, да, он в атаке был. Ага. Стоп-кадр мощный.
Нет, рано больше не будет сегодня. В чем шутка Беля? В том, что это бесполезно этому. Поэтому шутка в том, что он сильный. В этом юмор. Прикольно. Хаос прикольный. В этот раз хаос прям реально хороший. Прям неплохой. Опять сбил трусы. Стоп, что? Куда там было? А, видимо, кто-то из моих сдох. Видимо, да. Кто-то из моих черепов сдох. И там атомьем прохнул. Удобно. Так, мы на блюгобилке. Пошла в сраку. Собрал. Ну, дашь угля в этот раз, а? Я угля, по-моему, не видел уже день, не знаю. Сколько ты не видел. А с Кайном Абель? Что с Кайном Абель? Это вопрос? Тогда нет, на него нет ответа. Что это за вопрос? Не роли, потому что у меня ролл здесь. Звук это пройдет. Звук из-за плагина бывает лагает иногда. Это обычно на пару минут или будет даже меньше. А, Sky на мобиле больше демеджа вносит, это, кстати, возможно, да. Это все модем, да. Диалап не тянет. Слабый коннект. Говно. Ключ заряженный, возможно. Нет. Вообще шапак неплохо, конечно, но одно красное все, типа смысл. Смысл в этом всем. Как-то много не будет. Бабахнем. Бабахнули. Может быть Петра, но туда есть. Точно туда я не полезу. Пофиг. Туда я явно не полезу. Сильно далеко и больно. Это чё? А вот и заряженный ключ. Ну, уже поздновато он. Ёпта. Фига я задоджил эту херню. Хорошо полетело. Блять, какой охуенный этаж. Какой охуительный этаж. Слов нет. Особенно цензурных. Туда полетело. Что? А, что? Почему? А почему? Почему не полетели? А потому что конфьюз эффект, наверное. Потому что на входе, наверное, был конфьюз. Из-за этого они полетели. Куда-то не туда. Интересно. Ну и ладно. Двойной золотой. Ой, это мы точно едим. Full health. Кстати, full health, это, по-моему, дает синий хп, да? По-моему. Как босс of steel, типа. А, даже три синих, окей. Еще лучше. Еще лучше. Фух. Так, это мы не ролим. 25к. Ничего, 25к. О, блайнд. Совсем хорошо. Давайте брать блайнд айтемы с хаосом. Ой, бля. Хорошо. Ролл. 30, что-то хорошее. А,
просто пакт. Пакт. Думаю, что-то мощное будет, это всего лишь странный пакт. 30 копеек за пакт, охуеть. Капец, цены дикие. Это, конечно, неплохо, но серьезно, за пакт 30 копеек. Брим, блядь, стоил 30 копеек тоже. Ну ладно. Потому что они оба 2 хп стоят. Логично, наверное. Курс видел? Курс видел, да, курс. Курс такой уверенный. Курс на успех. Я думаю, скоро можно опять поглянуть будут цены на электронику, наверное. Уже будет на весело. Да и не только на нее. Да ёб твою мать, эти ебаные шипы. Хочу другому проходить. А у меня хилка есть, мне похуй. Опять все, брим-мужик появился. Опять брим-мужик. С одного удара. Ты даже алгис был, чтоб я тут думал, куда эту хуйню фармить. Оно просто бахнуло. Просто бахнуло. Ну, к слову о курсу. А, тут музыки нет. Спасибо за 1 евро, Сэнду. Вот они и валютные вещи. Брим, конечно, огонь. Они же сет дроп, да? Да, тут сет дроп. О, срун! Вот он, срун. Все же насрали. Нашли сруна. Даже трусы не потерял перед боссом. Трусах остался. Да ёпт. Ролл! Что-то мощное, что-то мощное, что-то очень мощное. О, инкуб! Сюда. Сюда инкуба. Сюда этого инкуба. Еще и опять с BFF, охуеть. Опять меченый. Сюда этого инкуба. Сюда эту свечку. Все, соси, блайнд. Я теперь все вижу, правда, все равно уже с этажа ухожу. Неважно. Деньги есть, бомбы есть, ролл есть. Пошли наверх. Пошли наверх. Просто огонь. Блайндов бояться... Блайнды не брать. Так что нормально. О. Он сдох об костер, и Атомем даже прокнул хорошо. Красного ангела. Конжоин, кстати, да, ну, блять, не знаю, хочу ли я брать конжоин прям так сильно. Ладно, хочу. Ладно. Джоин берется, это ролится. Пау, ну и параша. Я себе глаз в глаз зарулил. Смешно. Глаз в глаз. Если вилка в глаз или вилка в глаз? Нет других опций. Куда мы идем? Я потерялся. Я снова потерялся. Уж у меня карты нет, поэтому я потерялся. Ну нормально. Так-то вроде все неплохо проходит. А, да? Но это хуже, чем Кирфхорн. Это все же хуже, чем Кирфхорн. Все же оставлю Рога. Он хотя бы не умирает. Он хоть постоянный. У меня есть ключи. Сундуку я готов. Сундуку я точно готов. Абсолютно готов.
Этот приготовься к смерти. Ничего сделать не успел. Денег нет, деньги есть на айтемы бюджетные. На айтемы более-менее бюджетные есть. Ну блин, я не хочу фармить деньги на тету собирать на лесенку. В пизду. Долго. Вон, Боб с Брейн можно купить. Ахуй. По-моему, ахуй. То, что надо. О, заряженный ключ, let's go. Let's go. Вы так дорого. Погоди. Я могу так что сделать. Хиль меня, тварь! Алло! Где хилы? What the fuck? А, во, нормально. Капец, но мало прокает, what the fuck? Вообще проков нет. Просто еле-еле как я. Просто при своих остаюсь, я то уже потерял хп, по-моему. Дурацкая исповедальня. Я опять поломалась. Охереть. А, да. Ну давай. Ну давай. Ничего брать сон не буду. Я сон ничего брать не буду. Так что сильно не перевозбуждайтесь. Он ничего не делает на пикапе айтем. Он вообще ничего не меняет. Пока ты не берешь айтем после него. Да не хочу я брать, блин. Не хочу стриктах терять, глупо. Вот это уже будет... Три раза уже будет стрик нелегитимный. А бог любит троицу, поэтому это будет минус стрик точно. Уже прям однозначно. Магишн. Фуф. А их трое. What the fuck? Даже не двое, их трое. Жестко. Ладно, какая. Да, не, по себе тоже брать не хочу. Хотя тупо ради звуковых эффектов можно выбрать. Там звуки смешные бывают, играют. Когда берешь айтемы... Не хочу. Потом еще поиграем как-нибудь. Какая, тут 37.